Как по-английски будет женские трусы? Panties. А что такое panty? Единственное число? Трус. Магазин трус. О, да. Вот она, знаменитая площадь фонтана в Баку. Единственное но, ни один фонтан не работает. А так очень красиво, живописно, если напрячь воображение и представить, что по всем этим великолепным архитектурным сооружениям бежит вода, струятся потоки и все фонтанирует, то наверняка зрелище будет невероятно. Но сейчас, что есть, то есть. Каркающие вороны, воркующие голуби и никаких работающих фонтанов. Это были такие птицы, которые превращались в вертолетики. Это на самом деле голуби, просто как будто, когда у них крылья выдвигаются, они так сильно ими машут, что похоже, что это лопасти. А крыло их похоже на крыло вертолета. А с головой как будто голова и кабина. И там люди сидят. Но он гоночный вертолет похож, потому что голова стремительная. И превращается в таких птичек. Собираются лопасти назад и превращаются в птичек. Спиленный пень. А знали ли вы, что азербайджанские пни, особенно пни в Баку, бакинские пни, очень живописные и интересные. Настолько интересные, что местные туристы фотографируют их, почем зря, не стесняясь прохожих. Причем восхищаются пнями, затем выкладывают их в Инстаграм. Поскольку лучше местных пней нету ничего. Они самые живописные, удивительные и уникальные. Все потому, что в них спят вот такие кошечки. Это маленькие туристы. Туристы-древолазы. Потому что местные пни супер-супер красивые. Никто не может устоять перед тем, чтобы сфотографировать. Давай стол уберем, давай, чтобы он вам не мешал. Давай, закрывай, Максим. Ой, ну ладно, все, сладких снов, чуваки. Настало время самому попробовать в деле капсулу для сна, которая находится в аэропорту Гейдара Алиева в городе Баку. Это такие кабинки, в которых можно разместиться. Сейчас они находятся за мной. Закрыться от внешнего мира и отдыхать. Что, посмотрим, как это работает. Самое главное, что есть место для вещей, а также USB зарядник. Так что вы проснетесь, и телефон ваш будет заряжен. Ну что, неплохо. Спокойной ночи. О, что, неплохо выспаться. Пора вылезать. Хорошего понемножку. Ну. Вылет нельзя пропустить. Где дети? Ребята. Да. Что мы делаем? Опять твое дурацкое видео. Давай снимать.